Житель майского сельского поселения, ветеран Великой Отечественной войны Иван Максимович Дайныкин вчера, 20 января, отметил свой 90-летний юбилей. По уже сложившейся доброй традиции его поздравили первый заместитель главы района Руслан Ямыков и глава майского сельского поселения Андрей Дацко. Ивану Максимовичу пожелали крепкого здоровья, благополучия, вручили ему подарки, а также поздравления от президента Российской Федерации. После войны ветеран работал слесарем-строителем в родном совхозе. Иван Максимович Дайныкин со своей супругой Марией Дмитриевной прожили вместе 60 лет, воспитали 3 детей. Правда, последние годы Ивана Максимовича немножко подвело его здоровье, но за ним очень хорошо ухаживает супруга и дочка. Пожелаем Ивану Максимовичу и его супруге Марии Дмитриевне благополучия, терпения и долголетия.